Молодежь выбирает жизнь. Под таким названием ежегодно управление по контролю за оборотом наркотиков Карачаево-Черкесии проводит конкурс детских рисунков на асфальте. В этом году, как в предыдущие, учащиеся разных школ Черкесска пришли на главную площадь столицы Карачаево-Черкесии для того, чтобы поучаствовать в творческом состязании и в своих рисунках отобразить свое понимание о том, что такое здоровый образ жизни. Начавшийся внезапно дождь чуть было не помешал планам ребят. Организаторы мероприятия приняли решение не отменять конкурс. В итоге были оценены рисунки, выполненные не на асфальте, а на бумаге. Первое место в этом творческом состязании заняла команда юных художников Центра образования номер 11 города Черкесска. Второе место было присуждено школе номер 2 и третье – учащимся 4-й школы. 26 июня традиционно ежегодно проводится, во всем мире проводится Международный день борьбы с наркоманией. И в связи с этим по всей стране проводится комплекс самых различных массовых антинаркотических мероприятий, которые призваны воспитывать у подрастающего поколения и формировать антинаркотическую позицию. Конечно же, наша республика тоже не осталась в стороне от этих событий. В течение всего июня у нас во всех городах и районах нашей республики проводятся соответствующие антинаркотические мероприятия. В этом большое спасибо и большую помощь оказывает глава республики и правительство Карачаево-Черкесии, главы администрации городов и районов. Все участники конкурса были отмечены почетными грамотами и получили подарки, краски и альбомы для рисования.